Сегодня пытаемся понять, нужны или нет красноярским чиновникам советы известных урбанистов, которые как раз сейчас дают лекции в Красноярске в рамках недели «Стрелки». На студии гость, исполнительный директор Института «Стрелка» Ольга Полищук. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваше мнение, все-таки нужны или нет тем людям, которые в городе принимают решения, такие лекции, которые вы привозите? Хорошо, вы переформулировали второй раз, потому что, мне кажется, тот, кто принимает решения, это не только чиновники. Потому что мы вообще в России крайне урбанизированная страна, 74% населения России живет в городах. Поэтому, говоря о том, кто принимает решения, наверное, нужно понять, а кто мы как горожане. И те люди, которые ходят на лекции сегодня в Красноярске, мы уже работаем несколько дней, у нас такой экватор сегодня был, я бы сказала, что это те люди, которым не безразлично, что происходит с их городом, у них есть какая-то позиция, она не только как бы жалобы, она явно позиция интереса. Касательно чиновников, мы всегда в «Стрелке» приглашаем, в неделе «Стрелки», когда мы выезжаем, и в Москве, в том числе, когда делаем публичную программу, людей прийти, рассказываем им, пишем письма. Для чего это делается? На самом деле это создание диалога. Я не думаю, что здесь нужно быть в позиции «пришел, не пришел». Я думаю, что здесь нужно быть в позиции того, собственно, какого плана обмен опытов возможен, потому что, ну, зачастую чиновники — это те же менеджеры. Менеджер не должен знать всех ответов на вопросы, но он может понимать, кто ему нужен, как это создавать. Но на самом деле мы также проводим воркшопы. И сейчас идет воркшоп по поиску новой идентичности Красноярска. И вот как раз мы приглашаем в числе представителей власти на окончание воркшопа, потому что очень важна обратная связь участникам, они же создают концепции, и мне кажется, что в этом смысле условный представитель власти, он может быть в том числе и в статусе эксперта, потому что не всегда то, что предлагается, релевантно действительности, или, например, можно вместе найти какие-то решения, собственно, в этом идея. Ну вот пока, как рассказал наш корреспондент в сюжете сегодняшней лекции, не были замечены те люди, которых вы приглашали, как мы теперь еще и понимаем, на этих беседах. Как вы считаете, какие темы из того, что рассказывают сейчас ваши эксперты, они действительно применимы к Красноярску? Есть ли такие темы? А то чиновники у нас очень любят говорить, что, ну, это, в принципе, это же все теория, а мы тут практики, нам некогда. Ну, смотрите, тут, наверное, тогда так. Во-первых, все эксперты, которых мы позвали в Красноярск, и вообще проект «Недели стрелки» делается всегда как бы ответ на тот запрос, который те проблемы или те вызовы, или те какие-то возможности, которые есть в городе. Мы в Красноярске провели достаточно много времени такими, условно, вы нас не видели, но мы тут были. То есть вы приезжаете, изучаете? Конечно, мы приезжаем, мы изучаем, мы общаемся с местными активистами, мы общаемся с местными представителями культурной, городской, в общем, разной жизни. То есть у нас достаточно много ваших же собственных горожан, коллег от архитектурного сообщества, там, Союз архитекторов России в Красноярске, до людей, которые занимаются, ну, вот сейчас нас, собственно, любезно приютил и дал нам классную абсолютно площадку, да, главный Сибирский музей искусства, и это, мне кажется, люди, которые делают в Красноярске абсолютную магию. Они точно пассионарные люди, которые совершенно не только искусством занимаются, они создают создание платформы, сообщества, и они все участвовали не только в консультации на что нужно, но это такой как бы анализ и наблюдением, и действием, и обратной связи, и транспорт. Это та тема, которую мы поднимаем дважды. Сегодня была лекция про то, какая новая мобильность вообще всех нас ждет, как создавать эти транспортные потоки. И в пятницу у нас большая дискуссия при поддержке, в общем, Яндекс.Такси, которая сильно поменяла вообще, как мы относимся к общественному транспорту. Такси стало вдруг не личным вот этой роскошью, да, а транспортом. Плюс там будут эксперты по мобильности в России, Илья Петушков. И там, например, будет Даша Табачникова, советник губернатора, вице-губернатора Петербурга, которая 7 лет работает над созданием велодвижений, велодорожек. То есть это вообще как бы очень... Это все российские примеры. Это очень важно. Да, то есть, действительно, это такая близкая действительность, которую можно перенимать. Вторая тема вообще в мире сейчас и в России очень большая тема. А что мы должны строить, как мы должны вообще выстраивать очень наши взаимоотношения? Очень актуально в Красноярске. Да, и строить не только как бы жилье или, например, не только какие-то строения, назовем так, а строить еще и пространство, да, и для этого, в общем, общий мировой тренд говорит, все, больше строить вне контекста нельзя, нужно выйти к людям и начать с этими людьми как-то взаимодействовать. Но вот как это делать, никто же не знает, мы же не научились разговаривать, и нас этому никто не учил. Поэтому, например, наш первый спикер, открывающий, прекраснейший архитектор Джоан, да, это архитектор очень необычный. Обычно архитекторы все-таки как бы такой, ну, они не всегда идут к людям.
Это не про творчество, понимаете? Когда вы работаете с городской средой, как бы это общественная территория, то есть, которую мы с вами все берем и друг с другом, так сказать, делим. Заканчивается у нас эфирное время. Уточню только, что эта лекция в том числе есть в открытом доступе, и наши зрители могут посмотреть и управленцы. Стрелка.ком наш сайт, вы заходите, там все это есть, или социальные сети, ВКонтакте, в Фейсбуке, все лекции выложены, можно смотреть в прямом эфире, если хотя бы так настраивать диалог. Если нет, и также лекции из других городов, потому что на самом деле опыт Красноярску полезен будет и, наверное, других. Спасибо вам большое за этот разговор. Напомню, все можно посмотреть в интернете.